Пеструха, ты слышала? А? Завтра новый экспонат должны привезти. Да ты что? А кого? Бычка или корову? Я хотела бы бычка. Высокого, сильного. Отставить! Отставить хотеть нового быка. Раечка, а я слышала, что новенькая-то из Африки будет. А карантин прошла? А она с прививками? Я так и знала! Теперь меня в хранилище уберут! Расслабься, Марго. Места всем хватит. Все решено. С понедельника я в отпуск. Мам, мам, а ты видела, как я понравился сегодня тому мальчишке? Да, малыш. Он фотографировал меня. Мам, смотри, как я могу. Ой!